Это видео снято в поддержку журналиста Мехмана Гусейнова, которого осудили к 2 годам лишения свободы. Мы говорим из Украины и считаем, что каждый человек имеет право свободно выражать свои мысли и освещать события, которые происходят в его стране. Нельзя осуждать человека за то, что он говорит правду. Свобода Мехману. Уважаемый Астан Шахвердиев, обращаюсь к вам из Украины в ответ на ваши громкие высказывания о народе Азербайджана, которому пришлось уехать в другие страны мира на заработки. Во-первых, я знаю, в Киеве очень много азербайджанцев, которые здесь живут и работают. Хорошие, успешные, порядочные, честные, самое главное, работящие люди, которым просто пришлось уехать со страны, в которой они родились, для того, чтобы обеспечить себя. И прежде чем называть их отходами общества, вы задумаетесь, почему они уехали со своей страны. А я вам отвечу на этот вопрос. А как можно жить в стране, в которой царит монополия, в которой власть имеет деньги, власть имеет заработок, власть хорошо себя чувствует, а народу приходится выживать. У народа нет ни работы, ни рабочих мест, они не могут обеспечить ни себя, ни свою семью. И в первую очередь вам должно быть стыдно за свою власть и за свой язык. Азербайджанцы работают у нас и на рынке. Так же самое, как и украинцы работают на рынке. Да, они продают, они торгуют. А что им приходится делать? Они открывают здесь бизнес. Есть еще очень много успешных азербайджанцев, которые дают места, рабочие места украинцам. И за это нужно только их уважать. И прежде чем высказывать, я думаю, вам нужно подумать о смысле этих слов. Вы сказали данные слова, плохие слова. Они вылетели, весь народ, весь мир увидел ваше мнение. А хочу обратиться еще к азербайджанцам, украинцам, которые здесь находятся. Мы вас принимаем, мы вас не считаем отбросами общества, мы вас уважаем и ценим. А на пустые слова какого-то человека не обращайте внимания.